У жителей городского округа Люберцы есть еще один день, чтобы подать заявление на получение детских пособий. Семьи, в которых воспитываются дети до 16 лет, вправе обратиться за материальной поддержкой до 30 сентября включительно. Подать заявление можно в электронном виде при помощи сайта Пенсионного фонда России, через портал государственных услуг. Также заявление можно подать в МФЦ и в клиентских службах Пенсионного фонда. Напомню, дополнительные выплаты президент России назначил весной этого года в связи с осложнением эпидемиологической обстановки. Единовременное пособие 10 тысяч рублей полагается на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Родители малышей, не достигших возраста 3 лет до 1 июля этого года, могут получить ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь.